Кызылорде стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В течение недели на дорогах области будут целенаправленно выявлять должников по одним штрафам. Инспекторы проводят рейды совместно с судебными исполнителями. В ходе ОПМ по списку проверяются автомашины должников. Как известно, штрафы подлежат уплате в течение 30 суток. В случае неуплаты материалы передаются судебным исполнителям, которые принимают меры принудительного взыскания. Налагаются арест на имущество, ограничения на банковские счета, на выезд за границу и так далее. Кроме того, должник обязан оплатить услугу судоисполнителей 25% от суммы штрафа.